Георгий Иванов, нападающий «Локомотива». Георгий, в первом периоде нет заброшенных шайб. Быстрая, контактная игра. Что не получается в атаке? Ну, я думаю, что просто надо больше на ворота и там добивать ее, и все. Сегодня играете не на родной позиции центрального нападающего, играете на фланге. Как вам на этой позиции, как вам с Артемом Анисимовым играть? Нормально. Непривычно, наверное, все-таки столько лет... Ну, надо уметь перестраиваться, как бы, в этом ничего такого нет. Ну, нет проблем для меня. Что нужно поправить для того, чтобы во втором периоде все-таки открыть счет? Ну, и все то же самое, надо как можно больше убирать на ворота, игрок под воротами, и как можно больше бросать, только так. Спасибо, Георгий Иванов отвечал на наши вопросы.